Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с вашей проблемой, которую вы описываете. Значит, вы живете с молодым человеком уже полтора года, и у вас родилась дочь, 1 августа. Он мне говорил, что женится на вас, он вам говорил, но как вы забеременели, он словно остыл, любит вас, но как только вы ему говорите про оформление отношений, он говорит, скоро длится уже 10 месяцев, и все на этом, а вам 18 лет, вы хотите хоть какую-нибудь свадьбу. Ему 30 лет, и в его 26 он женился на девушке, так как она забеременела, 28 они развелись. Понимаете, в чем дело? У мужчины, во-первых, вполне возможно, осталась вот эта вот травма, которая произошла из разрыва отношений с девушкой после того, как она забеременела. То есть он на ней женился из-за беременности, а 28 они развелись. И мужчина вполне вероятно не хочет повторить свою ошибку, не хочет также потерять вас и тем самым оттягивать свадьбу, чтобы проверить, насколько крепкие ваши отношения. И, пожалуй, это первый момент, который бросается в глаза. То есть мужчина действует, исходя из своих интересов, и эти интересы в данном случае вас затрагивают достаточно посредственно, то есть вы как бы ничего не теряете от того, что мужчина, например, на вас не женился или женился и так далее. То есть ситуация здесь заключается в том, что вы по какой-то причине хотите, чтобы он взял вас в жены. Вопрос заключается в том, зачем вам это? Для чего вы хотите этого? Что вам даст женитьба? Что вам даст свадьба? Почему вы говорите, что я не могу больше терпеть? Почему вы говорите, что я не могу больше терпеть? Вы не можете больше терпеть что? Вот какой вопрос. Для чего вам нужно это? Что, по вашему мнению, вам дало бы оформление отношений? Ну, или, скажем так, законное оформление отношений. Вот на этот вопрос я бы рекомендовал вам сначала ответить для себя. Потому что вы как бы от мужчины требуете того, что он не хочет вам дать. И возникает вопрос, а почему вы требуете от мужчины того, что он дать вам не хочет? Чем обусловлено такое ваше желание? Ведь получается, что вы требуете от него, именно требуете. Но если любите его, и если любите достаточно сильно, то принимаете его таким, как он есть. И если вы просите от него того, что он вам дать не может, то значит, чем-то это обусловлено. И возникает вопрос, чем обусловлена такая ваша позиция? Ага, почему вы не принимаете выбор мужчины? Чего вы боитесь? Ведь это же лично у вас идет заинтересованность, как я думаю. Идет личная заинтересованность в том, чтобы именно выйти замуж. И, соответственно, что вам может дать, по вашему мнению, это самое замужество? Вот с этим вопросом вам и нужно обратиться к себе, потому что замужество, каким бы оно ни было, оно не сделает ваши отношения как-то ближе или там как-то более искренне или, может быть, что-то еще не сделает. Но
тем, что вы постоянно требуете от своего мужчины взять вас в жены, вы его отталкиваете от себя этим. Потому что мужчина понимает, что вы его используете как средство для достижения своих целей. То есть он вам нужен как источник этого самого замужества, как источник семьи, а не как человек. И вот, вы знаете, опять же вопрос, вас устраивает тот факт, например, что мужчина возьмет вас в жены не потому, что он хотел этого, а потому что вы настояли. Ведь у мужчины есть свое представление о том, как это должно быть. У мужчины есть, наверное, желания какие-то связанные с вами, да, то есть он хочет вас взять жены тогда, когда он будет готов, а не тогда, когда, например, вы там сами это решите, что пора. То есть тут в таком вопросе важно все-таки, чтобы это было по желанию обоих, а пока хотите только вы. И совершенно непонятно, чего хочет мужчина. То есть вы о своих желаниях говорите, это да. А чего хочет сам мужчина? Что ему нужно? Что его волнует? Что его беспокоит? Об этом вы не говорите. Но это очень важно. И его охлаждение связано не с тем, что он, например, вас обязательно перестал любить, как вы говорите, он взял отцовство и вообще серьезно настроен. Его охлаждение связано с боязнью наступить на те же грабли, на которые он наступил в первый раз в свои 26 лет. И это, вот тот факт, что он может бояться наступить на те же грабли, еще больше повышает важность того, чтобы вы относились, я бы сказал, как можно более деликатно к тому, что он хочет и к тому, что он говорит. Потому что вполне вероятно, что его предыдущая супруга тоже постоянно чего-то от него хотела, тоже постоянно к чему-то его там принуждала и так далее. И в итоге к хорошему это абсолютно ничего не, ни к чему хорошему это не привело. И вот данный момент, вам тоже желательно бы для себя понять, для себя уяснить. И больше внимания стараться уделять мужчине. Кроме того, тот факт, что молодой человек резко охладевает к вам после рождения ребенка, но берет над ним отцовство, свидетельствует о возможном комплексе. То есть мужчина может быть достаточно неуверен в себе, и вследствие этого он, например, может ревновать вас к своему же ребенку. Не удивляйтесь, если вы о таком никогда не слышали, но это вполне возможно. И мужчина, действительно может так себя вести. Если так, то вам нужно сейчас как можно активнее проявлять к нему свое внимание, чтобы он не ревновал. Чтобы он видел, что вы там хотите быть с ним, что вы его любите, что вам не важно, какие у вас с ним отношения и так далее. Поверьте, чем лучше, глубже и качественнее вы расположите к себе мужчину, да, тем больше у вас шансов, что он сам автоматически, естественным образом придет к тому, чтобы взять вас в жены. Но пока, если вы на него давите, ничего хорошего из этого, скорее всего, не получится. Вот, я думаю, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ поможет вам
изменить свою тактику поведения, поможет вам определить какие-то негативные аспекты именно в себе, да, то есть мы здесь говорим именно о том, во-первых, что вами движет, когда вы хотите выйти за него замуж обязательно. И мы здесь говорим о том, например, откуда такое вот желание. И мы здесь говорим о том, чтобы вы больше внимания уделяли тому, чего хочет мужчина от вас. И меньше времени как бы думали о себе и требовали чего-то для себя. Потому что любовь и личные отношения это всегда направленность на другого человека. У вас я увидел направленность на себя, по большому счету. И это не плохо, это не то, чтобы плохо, это чем-то обусловлено, но вам необходимо отдавать себя отчет в том, что эта направленность не может не сказываться негативно на том, как вы общаетесь с мужчиной и как вы с ним взаимодействуете. То есть, если вы хотите гармоничных отношений, то необходимо больше внимания уделять именно все же ему, а потом только себе. По-другому, к сожалению, не получится никак, и это совершенно очевидно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.